Передали знания коллегам, учителя начальных классов Сургутской школы «Перспектива», провели региональный семинар-практикум по программе «Орлята России». События организовали в виде трех секций, на которых были представлены 7 треков национального проекта. Миссия – сформировать у «Орлят России» социально значимые ценности о родине, команде, семье, здоровье, природе. Локации на событии носили характерные названия: «Орленок» – лидер, доброволец, спортсмен, эколог, эрудит, мастер и хранитель исторической памяти. При выполнении командного задания учителя могут заметить различные навыки у ребят, привить правильные привычки, сплотить школьников. Во время семинара на месте учеников побывали педагоги. Побыстрее повторим, на планету нашу жалко, не хотим мы жить на свалке. Отлично! Перед нами, как школой-флагманом, стоят задачи прежде всего поделиться опытом, научить коллег из других муниципалитетов. В рамках каждого трека существуют определенные концепции. Это игры активные, это квесты, это даже двигательная активность, даже флешмобы, это групповая работа. И прежде всего все построено на коллективном творческом деле. Организация коллективно-творческих дел, чередование творческих поручений. Весной прошлого года «Сургутская перспектива» прошла конкурсный отбор и получила статус школы-флагмана всероссийского проекта «Орлята России». За это время педагоги учреждения ездили на курсы по программе во Всероссийский детский центр «Орленок», посетили тематический слет учителей в Тюмени. Грядущей весной специалисты вновь отправятся в Краснодарский край за новыми знаниями. В образовательном заведении на 30 лет победы 39/1 ряды «Орлят» пополнили уже больше половины учеников классов начального звена. Остальные постепенно присоединяются. Чтобы профессионально посвятить учеников в «Орлят России», на региональный семинар-практикум приехали около 100 педагогов из других муниципалитетов Югры, Мегиона, Пытияха, Нижневартовска. Мы с учителями и с нашим советником директора Екатериной Александровной, с кем я приехала как раз-таки здесь получить побольше опыта и узнать побольше о программе «Орлята России», в этом году мы как-то прям обширно решили для себя, что нужно активно вообще привлекать ребят именно начальных классов в эту программу, чтобы они смогли развить свои новые способности, узнать что-то вообще, что они могут, и заявиться в себя в разных треках, которые там представлены. С этими знаниями вернемся и уже как-то будем более глубоко в этом разбираться.